привет из снежных Чебоксар. Всем привет, снежный привет из России. Меня зовут Светлана, мы сегодня с Анастасией вам расскажем про Бургер Кинг и очень интересные факты. А сегодня вы еще понаблюдаете за огромным количеством снега на улицах России, а особенно Чебоксар. Сегодня, кстати, день, когда выпала вторая часть снега. И идем дальше. Всем привет! На свете солнечно сегодня. Привет Чебоксарам! Давайте посмотрим, что находится внутри этого мобильного приложения, потому что на самом деле интересно, как они достигают таких результатов, потому что повышение продаж и цифр мы обсудим уже после. Видите, что внутри этого приложения на самом деле нет чего-то экстраординарного. Есть купоны скидочные. Вот буквально с 14 ноября стартовала игра внутри, когда вы можете выиграть какой-то продукт и вообще его забрать бесплатно, то есть без денег, не платя за это. И это все. Ссылку на эту статью, то есть как они достигли тех результатов, которые они достигли, вы увидите в описании под этим роликом. А что же они сделали? За 5 месяцев они получили больше 100 тысяч скачиваний. И, то есть это люди, которые пользуются этим приложением. Это приложение, оно полезно для человека, поэтому многие его рекомендовали. То есть также вот в этой статье, которая будет внизу, вы увидите эти данные тоже. И это очень здорово, потому что сейчас мы видим вокруг нас с вами такие сети, как Starbucks, McDonald's, Burger King, Rostix. Все используют мобильное приложение, большие сети. Но что это позволяет? Это позволяет сделать так, что у клиента появляется мотивация чаще пользоваться продуктом. У клиента появляется мотивация читать, что нового, какие новые купоны, какие новости внутри, чтобы успеть, чтобы воспользоваться скидкой, чтобы воспользоваться выгодным приложением. И это сейчас реальность. То есть реально сейчас люди, они стремятся забрать все самые выгодные моменты. Через приложение вы можете выстроить новую коммуникацию с вашими клиентами. И это очень удобно и для них, и для вас, потому что вы точно знаете, что до каждого клиента информация дошла. Вы отправили пуш-уведомление, оно высветилось на главном экране телефона ваших клиентов, и вы уверены, что они эту информацию увидели, даже если не сразу, то увидели потом. И тем самым вы получаете быструю обратную связь. Вы получаете клиентов, которые довольны и начинают этим приложением делиться. Плюс через приложение вы можете создавать такую историю вашего бренда, потому что помимо акций, купонов, вы можете писать вашу историю, может быть, какие-то полезные советы. И это не обязательно связано с скидками и какими-то выгодами, но это может быть просто интересно. Есть приложения, в которых можно поместить игры, и это тоже будет заставлять ваших клиентов в него дополнительно заходить. Плюс приложение может вам помочь в работе с картой, потому что если мы говорим про локацию вашего бизнеса, то здесь очень важно, что часто нам нужно подобрать офис, который находится ближе к нам, и посмотреть, в принципе, в каких городах есть офисы. В приложении вы можете поместить карту. И здесь, на самом деле, таких моментов очень много. Приложение – это удобный способ выстроить коммуникацию с вашим клиентом. И здорово, что сейчас у нас есть возможность сделать приложение и быть одними из первых, потому что именно когда у нас есть такая возможность, это значит, что в скором времени вы можете свое приложение вывести в топ. Потому что вам это любой человек, который занимается сайтами, скажет, что есть очень много сайтов, которые не вкладываются в рекламу. Просто в своих нишах они были первыми. И они сейчас в топе. Просто потом ключевые слова, которые были на этом сайте, и индексация по ним прошла раньше, и Google, и Яндекс их вытаскивают вперед. И это повсеместно. То есть, да, конечно, можно переплатить, но время не переплатишь. И точно так же будет устроен и поиск приложений в маркетах. Поэтому сейчас на самом деле важно начать создавать свое приложение, начать формировать именно свой бренд, даже если вы еще только-только начали. Это как раз тот способ, тот канал связи с вашим клиентом, когда вы можете в один клик сделать для клиента
акцию в один клик, сделать так, чтобы он купил в один клик, сделать так, чтобы он позвонил вам и записался. Все контакты Светланы, мои контакты, вы сможете найти под видео, все статьи, источники, откуда мы берем информацию, вы также сможете найти под видео. А сейчас, после вот такого, ну, не лето, но красивого пейзажа, давайте насладимся новогодним пейзажем в Чебоксарах. До связи. Сейчас мы направляемся к Бургер Кингу. Дальше я уже не буду говорить, потому что говорить будет неудобно, так как гора снега. Итак, пойдемте.